Когда примерно 6 лет назад я начинал программу «Автостоп», я начинал ее со злостью. Знаете почему? Потому что мне было до боли обидно, что работники телевидения, лучшие из его работников, получали мизерную зарплату. Потом мне стало просто интересно, смогу ли я сделать что-то типа Top Gear и даже круче. И в итоге получилось, без ложной скромности и тени сомнений. А затем у нас начали появляться друзья, которые мне сказали: «Леша, да, ты раскрутил хороший проект и не можешь не уезжать из этого города». Что мы сделали? Мы решили остаться, и мы решили вас знакомить и далее с теми людьми, с кем нам интересно работать. Вы знаете, опять же из истории автомобильного бизнеса, что сервисы, что автомоечные комплексы в недавнем прошлом, ну, скажем так, я им не сильно доверял и предпочитал все делать своими руками. Но после того, как я приехал вот сюда и познакомился с руководством автомоечного комплекса, даже не комплексом это назвать, это автомоечное производство, и даже глубже, я понял, что где-то в жизни ошибался. И давайте сегодня вместе начнем вас знакомить, как правильно необходимо ухаживать, регулярно ухаживать за вашим автомобилем. Давайте возьмем скальпель и пройдемся по родным российским болячкам, разгильдяйству и пофигизму. И в нашем обществе настоящих автолюбителей это главные проблемы. Можно, конечно, понастроить евродворцы, налепить дилерские бренды и мелко, но вонючее облажаться с низкоквалифицированным персоналом или с банальной мойкой. Понты это все кривые, и столкнувшись с ними, ехать в такие заведения желания нет. И после этого лучший мастер – это свои руки, лучший диагност – собственный мозг, и лучшее средство по уходу – это ведро, виходка и замша. Но когда я познакомился с передовыми мыслями и технологиями автокосметического центра «Твой Дадыр», то ясно осознал, что даже в магнитке есть технологии, не только стальварение. И признаюсь честно, я когда-то тоже думал, ну вот возьму, ну, 10 тысяч долларов, построю себе бокс, куплю себе керкер, пылесос, и все, и начну зарабатывать легкие деньги. А в автомоечном бизнесе легких денег-то не бывает. Вот сюда вложено не 10 тысяч долларов. И керхер здесь не один, и пылесосы здесь такие, что закачаешься. И технология соблюдается. Потому что, ну, очень неприятно, когда за машину приходится краснеть. А сколько человек здесь работает? А человек здесь работает, да не один десяток. И все они получают зарплату, и за свой труд они отвечают. Соответственно, ваш автомобиль можно доверить их надежным рукам. Не будем восхвалять этот центр, но давайте просто сравним глубину подхода. Закройте глаза и представьте вашу любимую автомойку. Теперь откройте. Здесь одновременно могут обслуживаться порядка 10 автомобилей. Причем, даже если в боксе несколько машин, для вашего авто нет возможности попасть под дружественный перекрестный огонь автомойщиков. Никаких переносок в помещениях с повышенной влажностью. Только гидроизолированные розетки. Примерно 1,20 м длина водного пистолета высокого давления. Но им в упор можно порвать 12-листовую тетрадь. И в данном случае запас пространства, как говорится, карман не тянет. В лету канули дилетантские попытки бытовым пылесосом почистить ковры авто. Бесполезно. Но Сосун могучий и хорошая химия, и забудьте про резиновые коврики. А теперь проведем аналогию с человеком. И наша кожа, и краска вашего автомобиля нуждается в уходе. Если про виши все знают из рекламы, то Рамблер мы не смотрим и не задумываемся. И правильно делают самые понятливые. Обращаются за пластикой автолица, бочин, крыши и филе косметологам этого центра. А теперь отдельная просьба к самым нервным и излишне заботливым. Ну, не надо стоять над душой, неприятно это. Сядьте, расслабьтесь, выпейте чаю или кофе. Здесь принцип работы – формирование довольной физиономии клиента. Ну и теперь полезный совет от профессионала. Автостоп себя таковым считает, и в области автохимии тоже. Дело в том, что, ну, и в 97-м году обрабатывал я свою машину тогда модным дюрошайном. Ладно, деньги были хорошие. И в 98-м после дефолта купился Ford Taurus. Очень сильно машина мне понравилась. Влупил туда тоже. Ладно, еще автохимия была по старым деньгам. А сегодня, сейчас все это сделать можно гораздо проще и быстрее, и надежнее, потому что работают специалисты. И вам не надо обращаться в различные там авторитетные автомобильные салоны города, которые тоже так вот раз и заявляют, что «а мы вот привезем». Да не привезете, ребята, обломайтесь. Дело в том, что «Твой Дадыр», так же как и «Автостоп», на шаг, даже на два впереди всех. И сегодня здесь вы можете восстановить
утративший блеск лак своего автомобиля. Вы можете вернуть первоначальный запах вашего нового салона, даже если вы ездите на кондиционере. Вы можете сделать полную автохимию до последнего винтика. Вы можете качественно помыть свой двигатель своего автомобиля. Это, между прочим, тоже залог и показатель вашей чистоплотности. И в итоге, даже если вы захотите хорошо и быстро продать свой автомобиль, вам тоже дорога сюда. Ну а мы только начали вот эту серию репортажей. Я так думаю, а точнее я в этом уверен, что информации для вас будет, хоть отбавляй.